Дорогие зрители, здравствуйте! На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу один из самых любимых, простых и вкусных рецептов приготовления кабачков. Блюдо получится сочным, вкусным, с большим количеством белка. И оно должно понравиться даже тем, кто кабачки не очень-то и любит. Уже включила духовку разогреваться до 180 градусов Цельсия. Теперь займемся подготовкой ингредиентов. Нарезаю кружочками помидоры. Затем кабачки. Если кабачки молодые, то кожуру не снимаю. Натираем сыр на терке. При желании смешиваем его со сметаной и чесноком. Так начинка получится более нежной и воздушной. Ну и чесноку так легче будет распределиться по сырной массе. Я половину сыра смешаю со сметаной и чесноком, а половину оставлю так. Теперь займемся куриным филе. Для облегчения нарезки предварительно немного подморозила его в морозильной камере. Нарезаю филе слайсами. Толщину выбирайте сами, у меня в среднем где-то от 4 до 10 мм. Затем солим. Добавляем любимые специи. Равномерно растираем их по каждому кусочку. Далее проложила дно противня фольгой. Чисто символически при помощи кисточки смазала маслом. Раскладываю филе. Сверху на филе помещаю кабачки, помидоры. При желании каждый слой можно посолить. Сверху выкладываем заготовленный сыр и отправляем разогретую до 180 градусов в духовку. Выпекаем до готовности в среднем 30-40 минут, в зависимости от толщины куриных слайсов и мощности вашей духовки. Главное не пересушить, иначе блюдо не получится сочным. У меня прошло 35 минут, достаю блюдо из духовки. Блюдо получилось необыкновенно сочным, вкусным, полезным и сытным. К тому же готовится очень просто. Надеюсь, вам тоже понравится этот рецепт. Спасибо за просмотр. Желаю всем приятного аппетита, мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!